В своей работе я сталкиваюсь с множеством проблем. Большинство времени я забочусь о многом. У меня нет внутреннего мира. В своей работе я сталкиваюсь с множеством проблем. Большинство времени я забочусь о многом. У меня нет внутреннего мира. Как участник глобальной миссии, я иногда думаю, что мне не стоит здесь работать из-за таких проблем. В то же время я вспоминаю такие слова. Всегда радуйтесь в Господе. Мне не нужно ни о чем беспокоиться, ведь есть Бог, и Он может помочь мне. И таким образом я радуюсь в Господе, вместе со своей семьей. Я молюсь Богу, и Он отвечает на мои молитвы. Пожалуйста, молитесь за меня как работника глобальной миссии. Я работаю на Шри-Ланке с разными людьми, мусульманами и буддистами. И еще я хотел бы поблагодарить вас за поддержку глобальной миссии и моей работы. Данный материал предоставлен при поддержке телеканала «Надия».